подписчики и гости моего канала, ну а также там все остальные. С вами Барик и Руслан, поздоровайся. Всем привет. Сегодня мы в который раз начинаем снимать пенки, ну как пенки, полупенки. Так мы можем использовать только броню, короче, защитку нитру и минки, так как у нас нету, короче, брони. Продиджи забрали, и мы не можем купить модуль и сыграть нормально пенки. Ну и также у меня нету аптек. Ну, есть, конечно, пару кристаллов на аптеке, но... Сколько раз же стоило Продиджи? Да дофига. Сколько? Не помню, около 95 тысяч, по-моему. А, да. Я ее собирался уже купить, и, короче, раз, разделили, короче, все краски и забрали Продиджи. За 50к модуль. Если вам понравится, да, я за 50к модуль у меня уже есть. Его надо вкачать до 46%, еще у нас должны быть одинаковые МПК, чтобы мы играли в равных условиях, понял? И тебе нужна рельса М3. В общем, разработчики такую херню намутили, не дают теперь купить модуль Prodigy, у нас нету защиты 46% для пенок. У нас давай тем временем перезаход. 2 минуты минимся, 5 минут играем. Давай, подожди, я не вышел. Стоп. Теперь го. 2 минуты минимся, 5 минут играем. Первый раз пробую себя в пенках. Опять говнорезб. Надеюсь, короче, все выйдет. Я останусь, короче, без одной мины. Надеюсь, так. Знаешь, как будто так долго ждать, поставил мину, и так долго ждать, пока следующая появится. 20 секунд вообще. А раньше вообще было больше, 30 секунд. Так что еще все нормально. Тут по таймингам 20 секунд, короче, ставится. Я понимаю, что ты на твою мину ставишь. Да ты что? Ну а что, ты все равно уже сюда уже не проедешь вообще никак. Ну, с другой стороны, проеду как будто. Нет, ты проезжай, но это, короче, самый короткий путь. Так, теперь... Надо было бы... Так, так. Вот так. Так, тем временем у нас еще две мины, да? Да, две мины. Две мины, так, 40 секунд. Отлично. Думаю, сейчас я выиграю. Первый раз играю в пенки, ну как? У меня 20 секунд, она кдшится, я мину, да? Угу. Не, ну я сейчас поставил мину, смотри, на 29 секунд. То есть, когда я поставлю мину, должно быть 20 секунд. В смысле? 20 секунд проходит до следующей, до КД мины, в общем. Должна быть 9 секунд, когда я поставлю мину. А, ну да. Ну да. Нет, 21 секунду. Так, это у нас тем временем го. Кавка. А ты что думал? Кавка попал. Ты же не в сказке. Я в каске. В каске, да. Так, теперь мы... Опа! Мина! Да! Да! Кто тащит? Пока. Я тащу. Эх ты ж мать. Ладно, ДДшку не использую. Ах ты ж! Сбила мне. Кукуёптышка. Ну это доставка. На. Через центр ты-то не заедешь. Собак. А тут что, одна аптека падает? Где она вообще падает? А, там. Я хз, где она падает. Но у меня 1-0 тем временем. Вроде две аптеки. Где одна падает, я знаю. А второй нет, вторая просто не падает. Так, даем игру прострел. Какой прострел?
Обычный. Ты о чем? Ты где? Я? Ой. 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 В смысле, ты где? Вот я где. Ага. Воу. Говорил, что пару у тебя в пенках. Ну, это полупенки. Так, где там? Вообще 0 хп. Я еще на твоем имени подорвался. Хорош. Ёб твою мать! Две мины! Две мины! Там две мины! Я такой притормажу, я вообще не ожидал, что там будут мины. Вообще. Ах ты ж, блядь. Блядь, ну а где, конечно? О, я пережил мину. И взрыв. Я знал, что там уже мина, я эту мину уже видел. Где моя ДДшка? Где моя ДД? Ну, короче, я в выгодном положении. У меня один флаг. Вообще невыгодная. Я на 0 хп, у меня еще, блядь, ни дашка, ни тры, ничего. А, блин, я споткнулся. Ой, блин, тут такие прострелы не ходят. Я дырашка. Ой. Набирали. Ну, едь на мину. Едь на мину, мразь. Что? Да, блин, тут дырашка. Ёб твою душу. Вот иди, и да выебывался. Да выебывался. Что это было, Игорь? Я скосил, как карабина. Мина. Так, ты где там? Я вижу. Ну все, да тут проиграл я. Не, ничья. Подожди, 6 секунд. А, не туда поехал, не туда поехал. Ничья. Тем временем у нас ничья. Ух, еле в конце уже затащил. А, я там нубанул. Как карабина, До двух побед, ладно. до побед, до двух До побед. двух, до двух, у нас сейчас 0. Так, что-то я хотел вот так. Вот так, наверное. Или как? Да, вот так. Вот так. Да, так лучше всего. Буду секретный план строишь, так? Ага. О, это вообще шикарно. Да. Тут такая подлая мина будет. Выиграю тебя. По-любому. Там, конечно, я. Так, самое главное, это что? Та штука. Не, вот эта штука. Так. Не, о, вот это вообще шикарно. Поверь, сейчас будет не шикарно. Кому? Совсем тебе будет не шикарно. Кому? Тебе кому? Почему? Ты мне ж потому. Так, стоп, я не понял, где. А, все, вспомнил. Тебе тоже, блядь, шикарно будет. Блин, по времени чуть не успеваем мины ставить. Блин, мне вообще три мины сейчас поставить, это было вообще шикарно.
Хорош. Я знаю, что это, в общем, не так практично. Тоже сразу на аптеку поехал. Конечно. Куда тут еще ехать? Здравствуйте. Твою душу, я упал в яму. Подожди, мины. Нету там мины. Я понял, у меня как-то мины вообще плохо высвечивались, вообще. Твою мать! Меня приглашают, но простите, чувак. Ох ты ж, бляха, муха. Что это было? Твою налево. Такого я вообще не ожидал. Там аптеки Вообще вообще. не ожидал. Это доставка. А такое ты ожидал? Что такое? Нет. Такого я не ожидал. Я вижу, куда ты поехал. Напрасно. О, я вижу, где, короче, сработала моя взрывная мина. Двойная? На. Спасибо. Ты меня из мины справил. В смысле? Да ёб твою душу. Набиары. Так как? Читер. Откуда ты узнал, что там моя мина? Я не знал. Ты объехал ее. Ай, почему? Блин, против тебя такое не работает. Один-один. Потные пеночки. Да. Сейчас, короче, будет у тебя джигурда. Так, спрыгнуть. По скиллу, по совести. Да, это я хотел так сделать. А сделал я. Блин, впиздяли у меня в этот. А где тут должна быть мина? Я чувствую мину. Нет, не чувствую я мину. Я про мины про понял, я просто забываю. Да, еще и аптека. Собака. Я тебе больше скажу, у меня еще своя Дашка есть. А иди ты. Вот эти полупенки, это интересная вещь. Нубяра, я тебя заметил. Искал по всей карте и нашел. Пой. Че, давай привезу еще один флажок, да? Нет. Тут это, короче, контрольная точка. А я твою минку видел. Да мне все равно. Как-то. Я фуговый. И не попал. Ну, сука! Крик души. Ух ты ж, блин, первый раз меня, короче, спас проб, что я втыкнулся в дом и не попал на твою мину, прикинь.
в смысле? А, Дашка спала, Дашка спала. А, блядь. Сделаем вот так. Сука. Дашка у меня еще была. Так, 1-0 в мою пользу. Да я вчера один раз выиграл, 1-1. Да если что, если будет сейчас 2-0, то тогда тебе ту победу засчитаем, потому что, ну, это получается, считай, первый раз я играю в венки, ну, тот короче, типа раз, я не первый. Тот раз не считался. Не знаю, может, ты где-то играл. А что это? А что это твой раз не считался? Мы говорили, что будем продолжать, со счета 1-0. Ты если что, короче, продолжим, ладно. Если я 2-0 сейчас тебя жестко выиграю, то продолжим. Если ты меня выиграешь, то получается, что я полностью проиграл, так что так, понял. Надо выгоду искать. Короче, 1-1. Блин, это для меня вообще будет жестко. Вот. Ну давай решим вчерам, 1-1, я тебя вчера выиграл. Мы говоришь доиграть сегодня. А никто же этого не видел. Ты записывал? Я записывал не в том формате. Этот формат не читается ни одной программы. Это уникальный формат. Так, значит, начинаю. Я отсюда. Ага, все. Значит, стоп, я центр картины здесь. Значит, финка будет здесь. И здесь. Центр карты, вот эти вот ямы, ну, они как-то делят пополам. Я понял. Так, тем временем у нас пару минут, потом... Где ж тут такую красивую минку-то поставить, а? Какие пару минут ищи? Ну, пару секунд. Какая разница? Большая. Разница. Ах! Пингарился. Такой попробуем тактикой тебя выманить. Ты чё? На свою половину пошел! На свою половину пошел! Отожрал у меня дроп до времени. Уже год! Ты какой год? Ты в 5-5 был на моей половине. Пешку взял 5-0. 5-0-5. Был на моей половине. Я ДДшку взял 5-0-0. В 5-0-5 взял ее. Второй раз меня этот дом спасает. Какой 5-0-5? 5-0-0. Все твои мины нашел, обошел, блин. Какого черта ты не подорвался на всех моих... Так, сейчас на тебя какую-то раскачку надо сделать. Так, такую берем и... На, брать. Раньше времени он начал. Му ДДшку отожрал с моей половины. 5-0! Я ехал четко по таймингам. Посмотришь потом на видосе, во сколько ты приехал ко мне на базу. Я смотрел, 5-0, я уже этот, взял ДДху. 5-0-0. В 5-0-2 стоял возле нее, собирался ее взять, ты уже отожрал ее. И уже был на моей половине поля. За мостиком. Быстро ты, однако. Так, стоп, ты ж сдох, да? Значит, мин здесь нет. Как тебе мой подарок? Какой? Я его видел вообще-то. Ну, молодец. Да ёб твою душу. Загон начался. Да ёптерный бабай. Ладно, на свою базу звалим. О, там пиксель, пик. Пиксельметры? Нет! Да какого? Какого ты меня снес? Просто. Ну сейчас я тебя прям месть будет сейчас. Месть сладка.
Ах ты ж! Так и знал! Я ж прям не напрасно играю в танки. Про серии. Успел остановиться, понимаешь? Просто, вот тебе просто. А, стремляйся. Откуда? Ты где? Я чуть в яму не упал. Пиксель, пиксель метр. А где моя двойная мина? А, я уже сдох. Игорь, ты прошел. Вообще-то уже на своей базе. Вот. Что? Пока Топтека есть вообще-то. не верю. Не верю, пока не проверю. Погоди, прикол в том, что я веду. Так что мне не страшно. Я тебя видел. Я слышал, ты словил мой подарок. Слышал, ты там где-то отменился. Что думаешь, я 40 секунд не проживу? Изи вообще, на. Изяк, блядь. Я тебе даже могу еще один раунд дать. Это была мина поставлена просто по скиллу. Что они ставлю, дай шанс увести. Только не убить, только не убить, только не убить меня. 15 секунд. Давай доставь хотя бы один флаг. Я бы на твоем месте ехал бы через левую сторону. Ты сейчас убьешь. Не собью. Я тебя убью. Я шучу. Пока. Ой, блин. Давай, еще один даю тебе раунд, короче. Все-таки пенки мне нравятся. Не напрасно я их играл. Фу, играл. Смотрел. Смотрел не напрасные пенки. Пенковые баталии. Пенковые баталии. Нежданчик. Ловушечка тебе будет. Отлично. Ух ты, вот это у меня идея появилась. Я не могу понять, почему здесь падает, да? Две нитры, две ДТшки, две ДАшки и только одна аптечка. И то не по центру карты. Сказали. Без перенес. Я тебе говорю. Ага. Так, двойная минка. Обременно изя бей. Двойную поставим. Ты там две поставил, я видел. Я не видел. Тем временем. Тем временем у нас еще куча времени. А потому что тем временем у нас нет времени. Да, именно так. Именно. Так, 20 секунд, смотри. Чтоб потом не начинал раньше. Тогда ты раньше начал, и ты поплатился за это. Поехали. Здравствуйте. До свидания. 2-1-0. Ого. Ого. Да какого? Наелся. Я въебался в эту хуйту. Я
понял, я такой еду, прям, и прям передо мной мина вспыхает такая. Я так и понял, что надо было подождать. Прям передо мной мина вспыхнула. Ого. Ничего себе. Вот надо было ее, блин, вообще взорвать и не страдать фигней. Ах ты с... Встать! Встать! Такая беспалевная мина, слушай. Ее объехать, ёб твою налево, ну что ж такое творится-то, а? Ёбаный пиздец. Опасно, слушай. Не попал. Да в смысле? Все, вот тут у тебя жопа просто, я тебя порву сейчас. Стоп. Безопасно. Такой, я тебя сейчас порву, а где это все? Стоп, а ты где? Я где? Да. У меня другой вопрос, а где ты? Я прям хзу. Да какого? Ты что, в минусе? Да. Как видишь. Я на аптеке, блядь. А, вижу. Я тебя вижу. Да, прострелишь хер там. Да ёб твою мать, где же аптека? Чё она не падает? Не знаю, откуда мне сейчас прилетит. Если ты умный, то ты предатель. Нет, походу ты не там. Да ты знаешь, где? Нет. К сожалению, нет. К великому сожалению. Эта аптека сегодня упадет или нет? Уже все упало, весь дроп, который только может быть. И только аптеки нет. Что у тебя? Слава Богу! Он падает, падает, Игорь, она падает. Она падает, Игорь. Думаешь, я такой ёбый, да? Да? Да. Да. Ёб твою мать. Нихуя засрался, блин. Нихуя. Нихуяшечка. Чё-то напрасное было твое минирование. Я вообще нихуя не понял, где ты вообще попрыгнул? Я стоял все время за домом. А что, видел? На. Скиллово от минуса. Я успел, я успел. У меня, блин, вообще лоу хп. Чё, тихо. ничья? Ничья, А? ничья, типа, доигрываем еще раз. Подожди, сука, мина. Еще не ничья, да, типа. Еще время есть. Аптека. Ёбаный пиздец, нет. Нет, ты не успеешь. Так, я в гараж закупать мины. Сука. Подожди, я сейчас куплю штуку. Чуть бы на 10, там, на 5 секунд больше времени. Давай, на штуку куплю мин. Сейчас мы с тобой скатаем еще. Еще 3 куплю. Все, давай минимся. Подожди, у меня дашки нет, дашки нет. Ты закупаешь? Да. Перезаход будем? Да. Окей. Я за синюю сторону. Ой, яблочко. 42К.
Давай, короче, я жду. Давай, короче, 20 штук хватит. Мне еще 22К. Так, давайте мне. Ну, короче, да. Сейчас, подожди. Все, давай, перезаходим. Сейчас реально жестко отменю. Просто по скилу. Сейчас будет реально. 20 мин. Надо будет тоже минами закупиться. 8 минут неплохо. Мне 22. А у меня 19. Уже 19, ну ладно. Так, сюда ставим еще одну. Так, я уже знаю, где двойная. Так, куда я хотел дальше ехать? Мне кажется, за синюю базу чуть легче менять, чем за красную. Просто у красной до хера подходит. Красный-то до хера подходил, но тут скилл чувак может заменить. Нет, там поменьше. Понял, вот когда в среди раунда вообще забываешь не ставить. Я не забываю. Как Я там не забываю. тем временем у нас гол. Ясно. Да спи... Спрятаться. Базу. Пусть я уже фаузер. Да. Блин, там аптека! Где? О, дай! Так, ждем ДДшку. Там аптека. Где? На карте только одна аптека базается. Нет, ты где, скажи, пожалуйста. Я спрятан. Надежно. А, я вижу. В смысле? Ты у себя на базе за домиком. У тебя там торчал. Ну ладно. Вопрос, ты где? Я? Да. Даже не знаю. Вижу. Никто же не видит. Ты меня видишь? Аптеки уже там нет. Ну, я подожду. Я только что взял. Я все равно подожду. Что, она не скоро будет. А, там нету прострела. Там есть пострел. Май. Упс. Сейчас пока мин куплю, аптечек пару штук. Чувствую, мне сейчас жопа будет, да? Че, охуел или что? Угу.
Ну давай. Я лоу хп. Да мина, ну ёп! Я думал левее ее поставить или нет. Поставил, блин, правее. Моя ошибка. О, ёпта, ты. У меня там так все заминено было. Так все заминено было. Там... А я тебя за техи сюда выстрелил? Да. Не ври. А как же без дедехи? Я тебе за дедехи дал выстрел или нет? Да. Изи. На. О-о-о-о. Святой камбэк. Святой камбэк. Мне подфартило. Ох ты, это скилл, блин, просто. Просто скилл. Просто скилл. Это просто. Ты куда поехал? Пока. Фух. Мысли, как у тебя еще хп? Так я аптечку взял. Ах ты ж. Что думал? Для занаря. Я взял, я ее подобрал. Ты что, видишь там аптеку сейчас? Оно пойдет, блин, минимум через пару минут. Секунд. Не знаю, короче. Я ее взял недавно. Что? Все, я ее подобрал теперь. Ах ты ж, блин. 17 секунд. Все, не успеешь. Да. У меня еще респ хорош. Изи вообще. Ты три что там? Три ничья и ладно. Тут раунд мы тебе засчитаем. Не успеешь. Не успеешь. Не успеешь. Ну сколько 3 секунды не хотела отдать? Время не хватает, пиздец. Я рассчитал время, ты просто не туда поехал. Ты поехал в объезд. А я поехал напрямик. В общем, если вам понравились такие, короче, пенки, ставим много лайков. Я закуплю нары, еще закуплю защиту от рельсы. Там прокачаю до 46%. У меня, точнее, уже есть защита от рельсы. Прокачаю до, там, до скольких-то там процентов. Либо же сделаем пенки, короче. Возьмем просто защиту от мин, я куплю. И будем играть, типа, что две мины сможет выдерживать Хорна. Вот сейчас Руслан так это. У него горело немножко. В общем, давайте подписывайтесь на канал, будут, короче, пеночки на разных картах. Всем удачи. Ну и всем пока. Goodbye, motherfucker!